Всем привет, пасека Захара. Сегодня 24 августа, снимаю магазины. Грусть и тоска на душе. Потому что осенью снятие магазинов, это означает, что конец лета. Вот такой вот у нас медок. Густой, хороший, я уже маленько налил, измерил влажность. 19% влажности. Смотрите, даже по стенкам стекать не хочет. Обалдеть, вкусный. Я считаю, вот лично я считаю, самый вкусный мед это майский сбор. Первая качка и последняя качка. Потому что последняя качка снимаешь полностью все рамки, все магазины убираешь. Тем самым весь мед, который собрали с мая месяца и до августа, весь идет в общую кучу. Общую, можно сказать, это весь летний сбор. Вот. Пчелы лезут на окнах везде. Вот здесь взятка нету. Все закончилось. Магазин надо было еще снять неделю назад. Не получилось с ремонтом. Вот такие вот рамочки у нас. Есть вот такая вот рамочка. Вот прекрасно видно. Почти 100% печатка. Прекрасная рамочка. Таких, ну, больше половины, можно сказать. Есть, конечно, и вот такие рамки. Их тоже приходится откручивать. Вот она. Здесь мед это все стакан, а то и пол стакана. Вот видно, блестит мед. Прекрасно все. Все откручивать надо, готовить к зимовке. Мед все равно прекрасный. Потому что классный. Вот такого цвета он. Золото, натуральное золото. Обалденный. Попробовал на вкус. Так сейчас выглядят пчелы. Да, осенью печально смотреть на такой обыкновенные коробочки. Ульи весной душу радуют. Потому что пчелы вышли с зимовки живы-здоровы. А сейчас печально. Это означает конец сезона. Конец работы. Осталось пролечить, проверить на мед и все. Вот я вчера прошел полтора ряда. Ну, еще пару-тройку дней и закончим качать мед. Ну, ничего, поедем на рыбалку, поедем клады искать, будут видосы. Я надеюсь, будете смотреть. На этом все. Всем удачи, пока.